Москву опять атаковали неизвестные беспилотники. Сегодня в районе 4 часов утра беспилотник «Камикадзе» нанес удар по территории одного из военных объектов в Кубинке в Подмосковье. Также атакован аэропорт Внуково в Москве. Очевидцы сообщают, что взрывы были достаточно мощные, что стены дрожали. После взрыва навесом черный столб. Чуть левее 6.23 взрыв, даже стены задрожали. Они произошли в нескольких километрах от МКАД, было как минимум два взрыва с разницей в несколько секунд. Самолеты, летевшие во Внуково, начали перенаправлять в другие аэропорты. Речь идет уже о нескольких рейсах, часть самолетов кружила над Москвой. Согласно информации в телеграм-каналах, как минимум один прилет все же был. Он произошел по административному военному зданию в подмосковной Кубинке. А на минуточку, это 410 километров от территории Украины. Поэтому, скорее всего, дроны не наши. Вполне возможно, что это Пригожин решил повторить, и Украина здесь ни при чем. Говорят, что один из дронов упал на гараж в поселке Кривошеино в Новой Москве. Также сообщалось якобы о работе ПВО, и даже на России заявили, что якобы сбили все дроны. Но как мы видим, дроны запускались исключительно по военным объектам, и мирное население не пострадало. А то, что дрон упал на гараж, россияне сами виноваты, ведь надо было не сбивать, потому что дрон летел на военный объект. А может, кстати, куда-то и прилетело? Там что-то горит. Как-то странновато чуть-чуть. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, жмякайте колокольчик. Обязательно оставляйте комментарии. Для помощи каналу ссылки в описании.